Привет, вы смотрите канал Alan Plays Games. Это финальная часть прохождения третьего эпизода игры The Long Dark, Долгая тьма, Элегия Распутья. Из отрадной долины я зашла в шахту, и сейчас нужно будет пройти через нее, найти выход. Какие скрипы страшные, ой-ой-ой-ой-ой. Здесь, по-моему, направо, но я посмотрю, что у нас слева. Так-то я не очень прям помню, где тут что. Мне кажется, они обе ведут в одну и ту же сторону. Да, здесь просто спрыгнуть надо. Поняла, это шахта. Мало воздуха. Ну да. Перепрыгнуть я не могу. Вниз спуститься, не знаю. Вернемся. Да, там внизу есть уголь. Ну, вполне возможно, что парочки факелов мне на нее на всю и будет достаточно. Надеюсь, ничего опасного меня тут не поджидает. Но, возможно, какие-то уголовники здесь будут. Так что нужно быть начеку. Хотя, ну да, оружие есть. Так, вот тот уголь тоже подниму. Хоть мне и тяжело, но дрова мне очень нужны. Ох, сколько его. Наверное, даже столько уже и не надо. А здесь... Здесь не помню куда. Причем совсем. Что-то этого угля просто нереально. Да, здесь решетка. Значит, в ту сторону. Значит, сюда. Я не смогу узнать глубину. Зачем тебе узнавать глубину? Ой-ой-ой-ой-ой. Может, мне хватит уже уголь удать? А я не могу остановиться, уж простите. И здесь решетка. Так. Надо брать... Другой факел зажигаем. И идем дальше. Так, я туда, куда надо, пошла. Там надо будет налево. Да. Ящик. Сколько угля? Ну как же так? Так много его. Мне так тяжело уже. Что здесь? Есть что-то. Свежая шоколадная плитка. Залежал злаковый батончик. А тут горячие спички. Пусто. Нет, мне не гасить факел, а открывать шкафчик давай будем. Бутылка воды, кстати, да. О, точильный камень. А я забыла, кстати, оружие свое почистить. Да, у меня пистолет уже, револьвер. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Страшно. Нас не завалят, я надеюсь. Нет, 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 нет. Ну вот только я сказала. Ну что ты будешь делать, а? И что? Нас завалило? Боже. Так, зато тут есть факел. И свет появился. Так, кости не сломаны, дышать могу. Хорошо. Возможно, я смогу проползти под этими камнями. Сможешь, конечно, сможешь. У нас появилось электричество. Но я, пожалуй, наверное, зажгу еще факел, потому что слишком темно у нас тут. Правильно ведь? Да, спичками. Угу. А чего тебя так качает? Да.
Скоро мне понадобится аптечка. А что с тобой стряслось? А, вот оно что. Да, поняла. Ну, давай тогда. Я поняла, чего тебе плохо. Не посмотрела сразу. Давай тогда перебинтуем тебя. Хорошо, что я взяла столько бинтов. Нам их тут много нужно. Чтобы она не страдала. That didn't work. Не получилось? А, это уже просто... Ах, я потратила. Зря потратила? Или она не потратилась, не обратила внимания? Ну ладно. Все, сейчас тебе полегчает. Хорошо. Все, да? Угу, но у нас есть риск растяжения. Ну, теперь зато можем спокойно идти. Так, а тут у нас, по-моему, может садануть. А здесь что, вода? Да, похоже на то. Так, сохраняюсь. Вода явно под напряжением. Где тут еще что? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Потому что непонятно, куда здесь идти, туда или сюда. Или здесь решетка, которую не обойти. Тупик, да уж, пройди. Придется найти другой путь. Еще ползем. Еще ползем. Все, вставай, вставай. Так. Приближаемся к чему-то. Тоже напряжение тут. Да. Похоже, отсюда можно выбраться только на этом лифте. Проверьте лифт. А что здесь было? Я еще хочу зажечь факел. Секундочку. Так, где у меня еще факел? Нет, зажечь вот отсюда, от фонаря. Да. Я хочу осмотреться. Что здесь есть, может быть, что-то? Интересно же. Я никогда тут не была. Нет, туда не надо подходить явно. Ну, или очень аккуратно это делать. Туда даже можно зайти наверх, получается. У меня не треснет, интересно. Ой-ой, страшно. Страшно. Обыщите блок предохранителей. Я, возможно... А, нужны предохранители. Взять. Возможно, я это делаю раньше, чем надо, но надо было сразу лифт посмотреть. Я уже сюда пошла. Вот еще фонарь, но он у меня есть такой. А, кстати, можно же фонарь использовать, да, точно. Во время сияния-то он должен работать. Ну, ладно, сейчас догорит у меня факел. Смогу тогда. Инструмент. О, повязочка, хорошо. Так, еще вода не нужна. А к этим не подступиться шкафчиком. Что тут у нас? Морские. Аптечка. Обезболивающая повязка. Набор для шитья. Ткань. Так, ладно, пойдем тогда обратно и осмотрим лифт. Как нам и предложили. Вначале сделать. С той стороны еще тоже что-то? Или я пришла оттуда? Уже не знаю даже. Найдите способ починить лифт. Ну да. Нам нужно искать что-то. Что-то здесь нужно будет найти. Замените сгоревшие предохранители. Это здесь, да. Мне кажется, туда внутрь пытаться зайти.
крайне будет опасно, скорее всего, не хочу. Нужно где-то их найти, значит, да? Да, вот сюда нужно будет положить, когда я их найду. Если найду. Она так страшно трещит. Ого-го. Может быть, пока не сюда все-таки. Пробуем фонарик. Нет, здесь явно ничего нет. Все-таки, наверное, туда наверх. Давай-ка пробежимся, чтобы побыстрее. А вот непонятно, что там, что здесь. Я точно здесь не была еще. Что вот там такое? Ох, как опасно. Нет прохода. Необходим болторез. Да, а у меня его нет. Где-то, значит, нужно будет его найти. Что такое? Треснуло? Не поняла. Что здесь? Много проходов. Как бы не заблудиться? Ну и где здесь может быть то, что нам нужно? Вот с той стороны попробовать пройти, да? Угу. Как-то только не застреваем. Присесть хочется, да? Давай. Приседаем. Ну, уже можно выпрямиться, что нет? До сих пор нет? Никак? Ладно, будешь ползать, да? Вай-вай, вот тут будет, может быть, не очень приятно. Обыщите блок предохранителей. Сменный предохранитель, это ерунда, пригодится. Плавки, предохранитель выглядит старым, но, похоже, еще работает. Мы здесь что-то вырубили, и все погасло, да? Но, тем не менее, все остальное не перестало. А нам нужно один или два? Я без понятия. Давайте-ка посмотрим. Да нет, просто пройдите через тоннель, замените. Три! Вот оно что. Да. Здесь придется всю шахту обходить, видимо. Чтобы найти все, что нам нужно. Да. Ну, идем искать дальше. Куда-то туда еще вперед можно пройти. А вот и болторез. Да, пригодится, пригодится. Чей-то труп здесь лежит. Вот. Значит, там сможем вскрыть решеточку. А что сюда? Становится очень тяжело тебе, я понимаю. Сколько? Ох, я налутала. Но здесь всего 6 килограммов. Болторез, наверное, очень тяжелый, я подозреваю. Нет, всего 1,5.
Вот это какой? Это сгоревший. Его можно, наверное, даже бросить, я думаю. Хоть, ну, пусть, ладно, пусть пока будет. Мало ли, вдруг еще куда-нибудь надо будет что-нибудь. Пока похожу так. Потерпи. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Мы тут сможем пройти? Так, еще сохранюсь на всякий. Да, вот там, по-моему, есть еще одна такая коробка. Погас у нас фонарь, ему нужно заряжаться. Сменный. Старый, но, похоже, работает. Хорошо. И у нас мы оказались в полной тьме, и фонарь у нас тоже не функционирует. Ладно. Теперь идем с факелом. Что здесь? Нет, не так. Говядина нормальная? Нормальная. А, это же ящик, по-моему. Да, это хранилище. Что тут? Факел и топливо для фонаря. Бутылка воды, фасоль, еще факел. Ну вот, можно, если что, еще факелы позажигать. Идем дальше? Или здесь уже? По-моему, здесь уже тоже решетка и нет прохода. Угу. Очередной тупик. Значит, назад и куда-то, по-моему, там налево нужно было. Идем, идем. Я же ничего не путаю. Сейчас нам обратно сюда. Вот. Куда-то туда. А, может, уже зарядился фонарь? Ну, не то чтобы прям сильно, но можно уже его использовать. Так, в принципе, довольно... Ой, здесь достаточно света. Тем более сейчас будем использовать болторез. Давай вскрываем. Отлично. Аккуратненько надо на всякий случай обходить прям совсем аккуратно. Да, есть. Фальшфаер. Вздувшаяся банка, не надо, факел. Хорошо. Ну, наверное, так, а здесь нет прохода, ладно. Идем обратно. Все три найдены. Там тоже решетка, поэтому идем. Идем туда. Так, у нас сейчас погаснет фонарь. Да. Ну, здесь можно пройти, есть свет и так. Темно, конечно, но более-менее что-то видно. Но, конечно, недостаточно прям. Давайте вот этот зажгу.
шумит, но зато горит долго очень. А вот эти вот синие новые, которые, они гаснут довольно быстро. По-моему, сюда. Так, а ты не хочешь вот сюда зайти, да? А я боюсь, что этот, если я ближе подойду, он меня треснет. А я-ка спущусь и с той стороны подойду лучше. Или я так не сойду здесь? Ах ты ж, я здесь не сойду. Так, ну надо тогда пробовать. А, ну... Почему ты не хочешь здесь проходить? Вот так. Смогла. Ладно. Значит, кладем сюда предохранители. Один. А, это был перегоревший. Вот, раз, два. Что? А больше не надо? Я что-то не поняла. Один. Замените сгоревшее. А где еще их заменять? Еще где-то нужно будет? Без понятия. Вообще непонятно мне. Вот теперь непонятно. Что вроде как тут все заработало. Но нет же, конечно, нет же. Еще где-то, значит. А где? Я отсюда пришла. Угу, вот эта коробка, да. Готово. А где еще? Еще до этого, что ли, где-то? А я там не видела, не помню. Были? Мне кажется, там не было ничего нигде. Значит, это был первый. С той стороны же нет ничего, нет. Там был второй наверху, может здесь где-то. Да нет, я же отсюда пришла, получается. А, нет, нет. Может здесь, да, где-то здесь. Но это будет очень далеко, получается. Куда вот он поворачивает? Вот, да. Вот он, хорошо, нашла. Так, меняем. Отлично, вот и все. Надеюсь, они работают. Что тогда перегоревшее выбрасываю? Зачем они мне? Они мне не нужны. Надеюсь, мы когда поедем на лифте, не закончится у нас это северное сияние. И не застрянем мы там. Такой огромный лифт в шахте, прям как вообще во дворце в каком-то. Ой, как громко. Так, мы куда-то приехали, а я выбросила, думала, мало ли здесь сейчас будет какая-нибудь кат-сцена, а мы просто приехали, и все. Куда-то. А куда мы приехали?
Еще куда-то мы приехали, да. Но там, мне кажется, уже выход. Мне кажется, что это уже выход. Только он так как-то... А, нет, есть проход, хорошо. Ящики. Много-много ящиков. Какие-то загородки. Что тут? Есть что-нибудь интересное? М-м, похоже, что нет. Так, давай-ка не застревай уже. До выхода осталось совсем чуть-чуть. Какие-то лестницы. О, выход. Наконец-то. Да, мне тоже не очень приятно тут так долго бродить было. Еще ящики. Свежая говядина. Еще уголь. Спички, лимонад. Ну, кстати, можно попить лимонадика. А, он плохой. Не будем. Тогда водички просто. И съем что-нибудь перед выходом. Мало ли, силы потребуются. Отлично. Пожалуй, сделаю сохранение. И готова выходить. What the hell? Какого черта? Мир меняется. Уже изменился. Сияние, погода, звери. Словно сама мать природа вопит от боли. Или она предупреждает нас о том, что будет впереди. Такие, как Молли, отец Том и выжившие после крушения... Люди, брошенные на произвол судьбы, пережившие травму, полные надежд и потерявшие их. Что с ними сделает этот новый мир? Ожесточит или сломает? Не уверена, что я смогу им помочь. И я не хочу знать, что меня ждет там, куда я направляюсь. Но одно я знаю точно. Маккензи жив, и он направляется в неотступные мельницы. А это значит, что я должна добраться туда, пока не поздно. Не уверена, что смогу остановить эту тьму. Но будь я проклята, если так просто сдамся без боя. Это был финал третьего эпизода игры The Long Dark, которая называется «Элегия Распутья». Будем ждать четвертую часть. Обещают осенью 2020 года ее выпустить. Буду ждать с нетерпением. Очень люблю эту игру. Надеюсь, в нее добавят еще какие-нибудь интересные возможности. Как-то еще расширят геймплей. Если вам понравилось смотреть мое прохождение этой игры, поставьте, пожалуйста, лайк. Поделитесь ссылкой на видео с друзьями. Пишите комментарии, задавайте вопросы, давайте советы. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, так вы не пропустите выход новых серий. Большое спасибо, что смотрите и поддерживаете меня. Приходите еще. До скорого!